Всем привет, с вами Суяварь, мы продолжаем проходить бесконечное лето, мод под названием «Последнее мгновение». И Саш, вам скажу, я немножко, ребята, приболел, так что не обращайте внимания на шмыгание, на кашель, на чихи. Короче говоря, сейчас мы будем разгадывать, ё-моё. Ладно, поехали. Неожиданно Ульяна сделала крайне задумчивое выражение лица. Что-то вспомнила? Нет. Ну, то есть да, я вспомнил про магнитофон. Может, ты хотя бы сейчас его включишь? Ну, пожалуйста. Опять нас со своей музыкой. Что же я так к ней тянет? Хоть стой, хоть падай. Вы не подумайте, я человек не жадный. Просто боюсь за магнитофон. О, можно так сказать, вещь ценная, памятная. Будет очень обидно его сломать. А вдруг Сережа вернется и спросит про мой свой магнитофон? А что, если не просто задаст вопрос, а просто принести, включить музыку? Что ему тогда скажу? Как же будет стыдно-то? Ладно, все не так страшно, как я фантазирую. Одну-две песенки послушать вполне реально. Да и конструкция у него, не сказать, что сложная. Заменить пару деталей запросто. Еще бы он потом работал после моих махинаций. А то выйдет в итоге, как в истории с роялем Маши. Ладно, попрошайка, твоя дело. Сейчас достану его. Пока я подошел к нашему шкафу, Ульяна уже заняла место за столом. Да. А Сёмка, почему в вашем клубе не трудился? Вы, я смотрю, с ним вроде бы общаетесь. Не поверишь, сегодня вообще первый раз, когда мы с ним нормально поболтали. До этого никаких фамильярностей не было. Просто перекидываюсь фразочками время от времени. Ладно, давай говори, что ты хочешь послушать? Мне жар надо назвать или что? Хорошо, давай ты лучше сама выберешь. Я тут не особо разбираюсь в песнях. Я передал Ульяне в руки небольшую коробку с кассетами, полагаясь на ее музыкальный вкус. Блин, какой сложный выбор. Тут есть песни, которые я никогда не слышал, но очень хотел бы. А есть такие, которые я знаю наизусть. В таких случаях я иду на компромисс. Выбираю что-то между. Пусть это будет песня, которую ты слышал пару раз всего, но она тебе понравилась. Все эти песни Electronic Song собирал? Да, он у нас, как это называется, меломан и просто фанат музыки. Мы даже радио починили у себя в мастерской, лишь бы в тишине не сидеть. Ладно, я вроде выбрал тут одну. Как ее оставлять? Я взял из ее рук нужную кассету и аккуратно засунул магнитофон. Ульяна моментально щелкнула по кнопке воспроизведения, и в комнате начала играть какая-то песенка 70-х годов. Что? Тебе не нравится? Не-не-не, неплохая песня. Я так и думал, что ты выберешь нечто подобное. Это плохо? Ни капли. Меня даже немного умиляло, как Ульяна переживала, понравится ли мне выбранная композиция. И мне, как ни странно, она была по душе. Я даже уже слышал ее когда-то, может, на дискотеке или где-то еще. Прекрасно, тебе можно поставить галочку в воображаемом списке рядом с графой, дать маленькой девочке послушать музыку. И что, много у тебя там еще дел, не выполненных в этом списке? Ух, неприлично много. На несколько будущих жизней хватит. Хотя чисто технически я вряд ли смогу переродиться. Не особо-то я верю в реинкарнацию и прочее билиберду. И даже призраков не веришь? Ну, конечно нет. Летающие сгустки плазмы, собственное сознание. Чего только эти фантасты не придумывают. Я за наукой рационально объясняю все феномены, которые мы можем встретить. А я призраков верю. Могу даже историю одну рассказать. Она правдивая, точно. Ой, нет, спасибо. Мне и так хватает ужаса в этом лагере. К Маше лучше иди. Она же там играла мелодии для привидений. Она тебе рассказывает историю? Он тебе нам туда достался, а то Дмитриевна. Ну, меня она никогда не ругала. Наверное, ей повода не давала. Это ведь первый раз, когда я в лагерь приехал. Поэтому мне не с чем сравнивать. Ну, Ольга Дмитриевна хорошая вожатая. Серьезно? Я не знал, что ты впервые в лагерь. Все мои знакомые каждое лето ездят куда-нибудь. Ладно. Я, например, лет с 10 уже начала посещать лагеря. Тебе повезло, я в основном сидел в городе. Ну, бывало иногда, что отправлялся на какую-нибудь олимпиаду, но это редкость. От беседы нас отвлек щитов стук в дверь. Я сразу же выключил музыку, поскольку думал, что она играла слишком громко, и на нас пришли жаловаться. Это уже не домик, а какой-то проходной двор. Кого же, интересно, еще к нам на огонек занесло? Открыто, открыто. О. Комната на нашу удивление зашла от Славе. Стало сразу же понятно, что нас готовы отчитать за нарушение правил.
Я уже начал продумывать план, как я буду извиняться за излишние громкие звуки. Уточка доброго, Славяна. Да какими судьбами здесь? Мое почти придуманное оправдание было разрушено Ульяной и ее не вовремя сказанной фразочкой. Ой, а я думала, что тут Сёма сидит. Слышал, как Саша с кем-то общался. Сёма? Так он ушел недавно, в библиотеку. Ты к нему пришла? Вообще-то да. Но раз он ушел, то мне в таком случае потребуется чья-то помощь. Меня, конечно, обрадовало, что Слава была на всю равно на музыку. Но это ее фразочка «потребуется чья-то помощь» меня немного пугала. Она любит повторять ее, когда хочет заставить кого-то потрачить за просто так, ладно. Дам вам небольшой совет. Увидите эту девушку, бегите сразу же, желательно быстрее. Поверьте, она никогда не подойдет к вам, чтобы просто поболтать. И ведь еще улыбается все время. Не человек, а змея. Если ты не знаешь, то Шуре нельзя ничего таскать. Он вчера удар словил. Это произошло так, будто меня вчера кто-то хорошенько избил. Услышал я такое, сразу подумал, что Алиса опять бушует. Она ведь как-то раз врезала Сереге в глаз. Уж не помню за что. Вроде он ее по кличке назвал. Надо исправлять ситуацию. Солнечный. Она хотела сказать солнечный удар. Ах, вы про это? Да я уже знаю. Не переживай, Ульяна. Я его хотел попросить помочь с письмами. Ничего трудного. Подожди. Неужто сегодня почта пришла в лагерь? Конечно. Ольга Дмитриевна же рассказывала про это пару дней назад на линейке, разве нет? Да-да-да, конечно. Можно хоть что-то прикрыть за фразы «это было на линейке», удобно устроились. Знаете же, что утром у людей даже взгляд не фокусируется нормально. Что уж тут говорить про слух? Не припомню. Впрочем, неважно. Чем помочь-то? Делать мне все равно нечего сегодня. Вообще-то надо было Ульяне помочь с поиском записки, но мне как-то олень сейчас бегает по лагерю. Да и Слава сказала, что, скорее всего, никаких физических нагрузок не будет. А там ничего страшного, просто перебрать то, что привезли. Прям сейчас? Да, желательно до обеда все сделать. Я решил обратиться к Ульяне. Слушай, Ульян, раз уж просят, то я помогу. А листок мы это попозднее найдем, хорошо? Тебе повезло, что у меня через час игра. Стой, ну ты же вчера вечером уже играла. Сегодня еще? Ты как вообще на ногах держишься? Вчера мы тренировались, а вот сегодня будем уже оставив свою честь. Ну, в таком случае могу пожелать тебе удачи. Встретимся ближе к обеду. Расскажешь, как сыграли. Заметано. Я пошел за Славой, а Ульяна потопала на поле. Ой, блин. Как только мы вышли из домика и оказались на дорожке, я сразу же решил спросить. Славя, а мы куда сейчас идем? Я просто не особо знаю, где у нас почта. Обычно письма хранятся в администрации. Не так уж много их приходит, чтобы отдельное помещение под почту выделять. Что конкретно мы будем делать? Я понял, что перебирать письма, но, если честно, я этим никогда не занимался. Ой, а я ведь забыл предупредить, что ты будешь помогать Лене. Она тебе все объяснит. Она уже там. Я тебе до кабинета доведу и передам Лене на руки. Я бы, конечно, поругался, что она заставляет всех работать, а сама собирается филонить. Но сегодня у меня нет настроения ссориться с кем-либо. Но ради интереса решил спросить. А у тебя что, другие дела? Да, мне надо помогать Ольге Дмитриевне заполнять журналы. Можешь поменяться, если хочешь. Оставим все как есть. И так сойдет. Компания Лены не шибко привлекательна, но выбора у меня нет. Мои каракули навряд ли кто-то разберет. Думаю, не стоит портить людям журналы. Всю последующую дорогу мы шли практически молча. Никаких тем для разговоров не появлялось, поскольку администрация была достаточно близко. Ух ты. Че за иероглиф это написано? Это на славянском языке, что ли, да? Я просто смотрел на вот это. Там славянский язык написано. Хе-хе-хе, нормально. Ну, отсылок тут никаких нет. Ох ты мой, какого хера этот цветок из Марио делает? Фак! Ладно. Так, ну, ничего, отсылка уже нет. Ладно, все нормально. Никогда, если честно, не был в этом комнате. Да и вообще, администрация для меня планета неизведанная. Я тут был-то всего один раз. Тогда мне пришлось просто
сбегать за панам для нашего жатой, когда она забыла ее перед походом. Сая же, в свою очередь, провела тут полсмены, если не больше. Так, Лена, отдайте нашего Сашу. Только не обижай его. По лицу Лены, конечно же, было отчетливо видно, что как она хочет меня обидеть. Но как только Сая уйдет, достанет с кармана нож и начнет за мной бегать. Я думала, ты Семена приведешь. Его не было в домике. Зато под другой оказался Саша. Я заметил, что у Саи есть такая манера говорить о людях, как о каких-то домашних питомцах. Ладно, я побежала. Вы тут не скучайте. Как закончите, можете быть свободны. Только, Лена, закрой тут все и ключ отдай мне потом. Лена тихонько кивнула в ответ, и Сая, заметив это, сразу исчезла. Тянуть я особо не хотел, поэтому решил сразу приступить к делу. Ну, давай. Мне кота привели, кота, ладно. Ну, давай, Лена, рассказывай, что мне нужно делать. Видишь те коробки в соседней комнате? Я кивнул, посмотрел в их сторону. В них лежат оставшиеся письма. Ты их будешь брать стопками и отдавать мне. Без проблем. Чья-то какая-то, блядь, изящная работа, если честно. Странно. После тех слов я отправился изучать, что мне предстоит сделать. Лена села за стол и принялась разбирать те письма, которые она самолично достала из коробки. Когда я понял, что они еще закрыты, то попросил ножницы, но Лена выдала мне небольшой канцелярский ножик с деревянной рукояткой. Я вдруг вспомнил свою теорию о линии ноже, которую я выдвинул пару минут назад. Стало как-то не по себе, но выбора не оставалось, надо работать. С легкостью открыв коробки, я начал изучать их содержимое. Внутри оказались аккуратно сложенные столбиками письма. Я оценил, сколько примерно уйдет времени, чтобы это все разобрать. Другого выхода нет. Пришлось открывать коробку за коробкой и перетаскивать их содержимое на стол. Моей основной задачей, как мне позднее сказала Лена, было не только распаковывать все коробки, но и помочь расфасовывать письма. Поэтому я опять вспомнил про магнитофон. Как жаль, что я его не взял. Хотя уверен, что Лена бы не одобрила лишний шум на фоне. Она выглядит как человек, который предпочтет тихую обстановку. И если быть честным, то я вообще ничего не знал о Лене. Она соседка Маши по домику. Вот и все. Иногда мы пересекались на зарядке или в столовой, но никогда не общались. Я был занят, да не умел наверняка свои дела. Но вот я еще помню, что она управляет клубом рисования. Мне об этом вожатый рассказывала. Да уж, еще одна особа, которая досталась такая мыша. Мне даже стало интересно узнать, как выглядит их клуб. Мое любопытство взяло вверх, поэтому я решил начать разговор. Сидеть в тишине было невообразимо скучно. Я привык, что под ухом всегда кто-нибудь болтает, но сидеть с Леной, мне казалось, что я ее был вовсе один. Слушай, Лена, если не отвлекаю, то хотел узнать, а где клуб рисования находится? Спрашиваешь, будто это какая-то тайна. А клуб это через пару комнат отсюда. То есть тоже в администрации? Интересно. Что интересно? Ну, под остальным клубом выделили отдельное помещение, а ваш решили расположить именно тут. Скорее всего, потому что вам не нужно много места для инструментария. Меня это не очень волнует. Я рада, что могу научить кого-то рисовать. Для этого мне хватает и обычной комнаты. Маша мне уже говорила нечто подобное. О том, что совершая даже незначительные поступки, их можно расценивать за подвиги. Во мне в духе Маши. Значит, она и с тобой общается, как так, возвышенно. Мы с ней не часто разговариваем. Бывают случаи, когда мы вместе утром и вечером сидим в домике, тогда находится общая тема. Но это происходит не так часто. Знакомое чувство. Мы с моим новым соседом тоже играем в партизанов. Сегодня утром впервые получилось поговорить по душам. Ты ведь живешь теперь с Семеном? Мне Сара рассказывала. А почему Сережа уехал? Ну, его отец приезжает в другую страну и забирает всю семью с собой. Из-за этого и закрыли наш кружок. Слишком мало участников. Наверное, это грустно лишиться в один момент и друга, и клуба.
Да, поначалу было как-то не по себе, особенно в тот день, когда я понимал, что, возможно, последний раз вижусь с ним. И как ты эти две дни провел после того, как остался один? На мое удивление, я совершенно не скучал. Появились новые дела. Хотя, если честно, я до сих пор вспоминаю старые деньки. Ольга Дмитра даже предлагала мне вступить в новый кружок. К тебе или к Маше. Значит, ты выбрал музыкальный клуб, раз начал общаться с Машей? Вовсе нет. Я никого не выбирал, да и не хотелось мне это делать. А с Машей мы начали ладить, потому что нас объединила Ульяна и ее тайна. Если тайна, то не буду спрашивать подробности. Да там мне рассказывать нечего, просто игра. Решили вспомнить детство. Неожиданно я заметил, что вместо того, чтобы убрать очередное письмо в отдельную кучу, Лена взяла его в руки. Слушай, а у твоего напарника фамилия Стручем не Сыроежкин? Сыроежкин? Почему спрашиваешь? Она тихонько положила передо мной то самое письмо, что держала в руках. Я посмотрел на конверт и понял, что это заветная весточка от Сереги. Выходит, все-таки написал. А я думал, он позднее приедет. Рад? Не уверен. Кто знает, что там написано. Главное видеть, что он написал. Значит, у него все хорошо. Оно и верно. Можно я его туда сразу возьму? Дома прочитаю. Угу. У нас тут никого учета нет. Ну хотя бы что-то. Так мы и провели следующий час, читая чужие фамилии и собирая стопки по отряду. Нашему отряду пришло всего 4 письма, если брать в счет то, что это от электроника. Два из них были для Жени и Слави, а вот последнее нас с Леной крайне заинтересовало, ведь оно было адресовано Маше. И вот это... Ой, я даже не знаю, что там может быть написано. Если хочешь, можешь отдать его сам, раз вы общаетесь. Сегодня я с честью мог назвать себя почтальоном, а мои набитые письмами карманы были тому подтверждением. Отличная идея, тогда я прямо сейчас отнесу его. Она, скорее всего, сидит в клубе. Мы же закончили? Да, спасибо, что ты помог мне. Ну, я просто не мог не прийти на помощь. Удачи тебе. После тех слов я помахал ей рукой, на прощание я отправился на улицу. Я не знаю, что там написано. Это письмо какое, блин. Реально. По дороге к музыкальному клубу я успел заглянуть в свой домик, чтобы оставить там письмо от Сережи. Решил его пока не читать. Оставлю до вечера. Всю дорогу я размышлял о нашем следственном диалоге. У меня было стойкое ощущение дежавю. Проблема в том, что мы никогда не общались до этого. После вчерашнего обморока моя голова до сих пор барахлит и не хочет нормально работать. Воспоминания, будто маленькие осколки, пролетают мимо моих глаз, а я лишь мельком успеваю заметить их шлейф. Если пытаюсь что-то вспомнить, то вырываются лишь странные ассоциации. Луна. И что вы мне прикажете с этой луной делать? Вроде бы и все равно, но вспомнить очень хочется, чтобы не отвлекало. Ведь если не пойму, откуда это чувство, то буду до конца дня мучиться. Хочется верить, что хотя бы Маша сейчас в клубе. Не хочу искать ее по всему лагерю. Мне и вчерашнего хватило. Как только я подошел к мус-клубу, то заметил, что Маша стояла на крыльце, облокотившись на деревянную балку. Увидев меня, она сразу выпрямилась, направившись в мою сторону. Я тоже немного прошел, и мы встретились ровно перед верандой. Саша, резко ты сюда заходишь. Как самочувствие? Отошел после вчерашнего? Более-менее. Даже лучше сказать, хорошо. Ну, сегодня весь день хожу, как не свой. Забыл что-то важное и не могу теперь вспомнить. Знаешь, а я тоже сейчас забыла какие-нибудь события и вещи. Вот придумываю я в голове мелодию. Когда начинаю записывать, то начинаю вспоминать уже не могу. Ладно. У меня что-то похожее, но не совсем. В голову лезут какие-то сцены, которые, наверное, даже не было. А может, они и были, но очень давно. Ну, тогда вопрос, почему они стали проявляться именно сейчас? В общем, не буду тебя грузить над своими мыслями. Ну, для этого друзья и нужны, чтобы помогать и давать советы. Боюсь, тут мне ни один совет не поможет. Говорят, что время лечит. Думаю, завтра уже пройдет. Это, наверное, из-за того, что ты вчера солнечный удар получил. Скорее всего. Я раньше в обморок-то никогда не падал, поэтому голова, видимо, и гудит. Кстати, пока не забыл, я тебе письмо принес. Сегодня почта пришла в лагерь, а мы с Леной ее разбирали. Письмо? Для меня? Я даже знаю, от кого оно. Она взяла из моих рук письмо и посмотрела на лицевую сторону, чтобы убедиться в своих догадках. Как я и думал, мама пишет.
Скучает по тебе? Ну, конечно. Не уверен, что родители тоже скучают, когда их сына не дома. Правда твоя. Конец смены уже, поэтому скоро увидимся с ними. А время летит так быстро. Я вот вообще не помню, что было в начале смены. Дни летели как секунды. Время же относительно, знаешь. Еще Эйнштейн его подтвердил. Каждый человек по-разному смотрит на временную линию. Это как? Для одного человека этот день будет идти быстро, а для другого медленно. Зависит от перспективы. Значит, можно попасть в будущее? Очень хороший вопрос. Я не знаю этого. На данный момент определенно нет. Никто не может представить, что будет, если мы изменим время. Останется ли оно таким же, как и раньше. Поэтому я считаю, что его вообще не стоит трогать. Надо довольствоваться тем моментом, который здесь и сейчас. А я не думал, что ты такой романтик. Не сказал бы. Про смысл слова. Если хочешь, можем в комнату зайти. Или у тебя еще дела? Может, тебя отвлекаю? Вовсе нет. Да, пожалуй, в клубе будет лучше. Тут лес рядом, комары летают. После этих слов мы с Пашей медленным шагом отправились в помещение. Как только мы зашли, Маша сразу же отнесла и положила свое письмо на небольшой столик, а потом вернулась ко мне. Кстати, хотел тебя спросить. Когда мы с Мариной утром завтракали, она сказала, что зайдет к тебе. Ну что там с книгой, которую мы нашли? Точно, совсем забыл про это рассказать. В общем, книгой оказалась записка от ее подруги. Записку-то мы прочитали, и в ней была подсказка, где искать следующую записку. Я не удивлюсь, если в следующей записке будет сказано, что надо еще найти что-то. Ты решил поиграть в 12 записок? Вот именно. А ты, Ульяна, знаешь, она нас заставит каждого найти. Ну, а тебе разве не нравится с ней проводить время? Спорный вопрос. Понятно, что лучше уж с Ульяной, чем сидеть одному в домике. Но иногда так надоедает вся эта детская наивность. Просто кто-то вырос и устал угрюмом. И все ему мешает отдыхать. Превосходно. Она решила еще и подразнить меня. Иногда мне кажется, что я попал в детский сад. Да, я старик. Старик, который предпочел бы переиграть аккумулятор, а не бегать по лагерю. А может, этот старик умеет играть на чем-нибудь? Нет, Маша. В этом деле я полный ноль. И учить мне как-то поздно. Не верю. Научить можно кого угодно. Главное желание. Слишком заезженная фраза. Поверь, я когда-то пытался научить играть на гитаре, но результатов это не дало никаких. Причем учу меня Серега. Почему совсем не умеешь? Могу только головой об стену постучать в такт с музыкой. А может, хочешь научить? Ну, может, хочешь научиться? Не-не-не-не-не, Маша, нет, я тебе закручу гайки не учу. И ты меня тоже не мучай. Подожди, а гайки чему закручивать? Шурупами? Если холоднулся. Гайку закручивать на бол, а для шурупов нужна отвертка. И как ты это все знаешь? Ну, учебники я не читал. Все приходит с опытом. Я ведь тоже до этого не знал, как отличить рояль от пианино. А хочешь, я сыграю тебе что-нибудь? На пианино? Могу и на нем. Или тебе гитара больше по душе? Я ведь говорил, что могу на всех инструментах играть. Да я выбираю пианино. Оно мне больше нравится. Отличный выбор, сэр. Сейчас только подумай, какие красивые мелодии я еще помню. Она пошла за пианино и начала разыгрывать различные ноты, пока я сидел и пытался угадать, что она хочет сыграть. Все, я готова. Я еще внимательно устремился свой взор на Машу. Как будто ждал чего-то магического. Я никогда не слушал пианино вживую. Даже в нашей школе, на мое удивление, не стояло никаких клавишных инструментов. И вот настал тот момент, когда из пианино полилась чистейшая музыка. Единственная мысль, что появилась в моей голове, была о том, как же все-таки повезло людям, которые умеют играть столь красивые мелодии. Эта музыка работала как гипноз. Я даже не мог пошевелиться. Ну как тебе? Неожиданно общую идиллию нарушила, как ни странно, сама Маша. Меня удивило то, что она может разговаривать и играть одновременно. Как она не сбивается? Для меня это казалось чем-то за гранью возможного. Я должен был ответить, но не хотел ее сбивать, поэтому начал говорить тише. Переходить на шепот было бы глупо. Так она бы вовсе меня не услышала. Очень красивая мелодия. Я не могу понять, как ты можешь общаться со мной, пока играешь. Тебе это не мешает? Она держала взгляд на клавиши, но я заметил, как она улыбнулась. Я всегда слышу этот вопрос. Для меня это легко. Мои пальцы сами играют. Мне даже не нужно думать. Когда я должна дальше провести руки, блин.
Ладно. Играешь настолько хорошо, что уж... Играешь настолько хорошо, что уже можешь продолжать машинально. Могу лишь позавидовать. Безусловно, это талант. У каждого человека есть талант. Кто-то умеет играть, а кто-то писать. Не существует полностью бездарных людей. Она еще раз улыбнулась, но в этой улыбке можно было увидеть уже нотки грусти. Она доиграла последние ноты и вышла из-за пианино. Я даже наигранно похлопал ей, как делают вот это в оригинальных залах. В органных залах после выступления профессионала. Боже мой. Ну, это за болезнь, и капец, блядь. Да ты у нас настоящая леди совершенства. Тебе бы еще шляпу на голову и зонтик в руку, чтобы летать. Песня «Леди совершенства» играла в фильме «Мэри Поппинс». До свидания, блядь. И подцап ей на «до свидания». Значит, ты тоже смотрел этот фильм? Конечно. Хорошая история. Мы с одноклассниками бегали в кино. Слушай, мы с Ульяном собирались после обеда пойти искать записку. Уже новую. С нами пойдешь? Ой, а у меня сегодня выступление. Я вчера вам говорил, что буду к ней готовиться. Для мелких. Да, припоминаю. Эх, пропустишь самое интересное. Ну, вы же мне потом расскажете, что было. Конечно. Хотя с Бардом нам было бы веселее. Бардом? Ладно. Ульяна тоже умеет немного играть. Можешь ее составить. Возьму на заметку. Я посмотрел на часы, чтобы свериться с Говардом. Действительно, сейчас уже обед. Я совсем забыл про время. Тебя подождать? Не-не-не. Можешь идти. Я еще задержусь. Приду попозднее. Ну, смотри. Потом сама будешь в очередях пихаться. А так я бы тебя подождал, а потом помогу получить еду. Иди-иди. Все нормально. Я хотел прочитать письмо. Я решил не спорить и просто направился к двери. Видимо, Маша на самом деле ждала это письмо. Хотя сначала она показала свое равнодушие к факту, что пришел почта. Интересно, неужели она так скучает? Я, конечно, тоже дом не видел уже почти 3 недели, но мне и тут нравится. Ладно, не буду себя обманывать. Не всегда тут хорошо. Бывают и черные деньки, но их не так уж и много. Надо бы, наверное, сразу прочитать письмо от Эва. Вдруг он написал что-то важное. Я не знаю, сколько времени я проведу с Ульяной сегодня. Но как только закончу, сразу же вернусь в домик. Вроде плана не шибко сложная. Управить до ужина, а потом свободное время. Можно и книжку будет почитать. Хотел ее осилить до конца смены, но как-то уже не верится в это. Придется зачитать дома. Так я продолжал идти по сути к столовой, размышляя о жизни. Впрочем, когда я достиг места назначения, то там оказалось не так много народа, как я предполагал. Видимо, я набрал Маше, что будет толкучка. Успешно получив свою порцию еды, я незамедлительно нашел столик, который, кстати, был совершенно свободен. Мне пришлось охранять незанятое место для Ульяны, с которой мы еще утром договорились встретиться на обеде. Пионеры из других отрядов успели разобрать все стулья от моего столика, но последний свободный из стульев я охранял, как лев. Просто знал, что Ульяна меня побьет, если мест не останется. Обед был средний, по меркам лагеря. Борщ и картофельное пюре с котлетами. Но сейчас для меня даже солянка стала бы блюдом первого качества. Слишком уж сильно я хотел есть. Оно и понятно. Почти сутки прошли с моей последней трапезы. Да кому я вру? Прошли полные сутки. Неожиданно в толпе я заметил Ульяну, которая пробивалась через других ребят, как воин через полчища врагов. С ее ростом ей явно было нелегко. Сразу стало понятно, что она меня увидела, и поэтому я не стал ее выкрикивать. Добравшись за столик, она грозно посмотрела на меня. Мог бы и помочь мне, раз видел, что я иду. Эй, разве что я хотя бы пришел раньше тебя и смог застолбить тебе этот столик. Ты вообще, что такая нервная? Я не мог не заметить, что обычно Ульяна всегда улыбается. Только Алиса, видимо, может ее разозлить. Алиса что ли встретила? Нет, мы продули второму отряду. Еще в сухую. Сочувствую, конечно. Но не существует неприступных крепостей. Все когда-то проигрывают. Это все из-за того, что в нашем отряде ни один парень не играет. А раз ты сегодня честь нашего отряда оставила? Нет. Но если бы кто-то из наших на поле сегодня был, шансы бы и поднялись. Мы же Сёма на голову выше других. Ну, знаешь, у нас тут не американский регби. Этот там размер решает, а тут нужна скорость. Ведь прав?
Ладно, будет считать, что сегодня мы специально поддались, чтобы остановить их бдительность. Очень тактично, Ульяна. Был один французский полководец, и сказал он крайне умную фразу. Мы проиграли битву, но не войну. Этот твой француз не сказал, как нам в следующий раз выиграть? Дай подумать. Есть одна фраза, сейчас дословно повторю. Се-ле-те-ля-ви. Ты что, по-французски заговорил? Именно. А ты что, не владеешь им? Какой позор. Каждый уважающий комсомолец должен знать язык врага. Вдруг блин попадешь. Ну, это и так понятно. А как хоть переводится фраза-то твоя? Если не будет, то такова жизнь. Ты ведь нет в этой фразе никакого толка. Ну с чего это? Отличная фраза, емкая и понятная. Жизнь, если жизнь, она непредсказуемая. Ладно, фиг с тобой. Опять занудство свое включил. Уже не успокоить. Это кто еще тут зануда? Не я, это уже точно. Этот самый зануда сейчас может встать и уйти. И будешь ты потом одна свои записки искать. Ладно, не зануда. Просто очень много ворчишь. Ну, а если серьезно, то что у нас с поиском? Ты мне ничего не сказал про это тайное место. Ну, я хочу удержать это в секрете. Вот когда пойдем туда, ты сам все поймешь. И что, мы прямо сейчас отправимся? Ну, я еще не до конца уверена. После футбола голова болит. Я тут посижу немного и подумаю. Хорошо, да, доедай и выходи, а я пойду на улицу свою. Я у крыльца буду, если что. Понимая, что в ближайшие пару-тройку часов я буду возить с Ульяной, мне хотелось последние 10-20 минут провести в тишине. Так я оставил Ульяну один на один с котлетой и собственными мыслями, а сам пошел дышать свежим воздухом. Отойдя от стола, я увидел Славу и Алису, которые бурно обсуждали какую-то вещь. Делать было нечего, поэтому я решил подойти и узнать, откуда весь сыр-бор загорелся. Если ты сейчас не пойдешь со мной, то пеняй на себя. Хватит уже сыпать меня своими угрозами. Я сказал, что не собираюсь ничего убирать. Я соврусь и скажу, что для меня перепалка между Славой и Алисой был чем-то необычным. Два антипода, которые никогда не найдут общий язык. Сколько я их знаю, они всегда ссорятся по пустякам. И нередко эти ссоры приводят к плачевным последствиям. Поняв это, я решил не стоять в стороне и попробовать урегулировать конфликт. Алиса, ты не знаешь, что я сейчас пойду к вожатой. Алиса надменно улыбнулась, показывая всем видом, что такие угрозы не смогут повлиять на ее решение. Ну и скажите тебе дорожка, стукач. Вот тебе мне точно следовало вмешаться, поскольку ситуация накалялась каждой фразой. Вы извините, что отвлекаю, но можете хоть ругаться не так громко. Тут дети вообще доходят. Иди куда шел, мы сами разберемся. Что произошло? Я попросил ее помочь Жене прибраться в бутике, она на отказ противится. Потому что ты едешь на шее. Каждый день пытаешься запрячь очередной шарашкой. Мы где-то в лагере или на каторге. А ты, Санечка, наверное, думаешь, будто я тунеец какой-то. Да как бы не так. Я помогала не раз. Только вот с вами все мало. И тут после всех услышанных мною слов в голове вспыхнула до боли странная идея. Как бы неожиданно не звучало, но основные тезисы Алисы взяла не из воздуха. Она действительно упивается властью, которую смогла получить, став помочь с вожатой. Может, она просто не хочет там убираться. Да и, например, другое задание. Да не собирайся вам помогать. Вы что, еще не поняли этого? У меня была мысль, как спасти Алису, но появился он совсем не из личных пробуждений. Просто если я ей сейчас подсоблю, то у нас получится спокойно пообщаться. Это даст мне возможность узнать, почему она нарушила обещание и не помогла Ульяне. У меня даже появился вполне неплохой план, как я смогу вытащить Алису из цепких лап беловолосого надзирателя. Но для исполнения этого плана Алиса должна была подыграть. Это, поверьте мне, добиться было крайне сложно, поскольку мы были не в лучших отношениях. Сая, слушай, а может я возьму Алису с собой в музыкальный клуб? Это еще зачем? Алиса тоже удивилась, услышав мои слова, но, как я помню, заинтересовалась, поэтому промолчал. Ну, Маш сейчас перебирает гардеробные комнаты, и ей нужны помощники. Я как раз направлялся к ней и подумал, что могу взять с собой Алису. Она ведь тоже любит музыку. Последнее предложение я произнес с вопросительной интонацией, смотря в лицо Алисе. Пытаясь намекнуть, что мне нужно лишь ее согласие. Я так понимаю, она вообще не собирается судиться. Вряд ли твоя идея что-то изменит. О, да ну долго. Да. Фу, наконец-то. А вот тут, Славик, ты ошибаешься. Я уж лучше с ним пойду, чем с тобой. С
что я не знал, что сказать. Ведь с одной стороны это был хороший расклад, поскольку Алиса пошла бы работать, но с другой, я уверен, с вами помнит о моей любви крывать других. Знала она бы это этом еще с тех времен, когда я покрывал электроника, пока тот прятался под сопки. Но выхода у нее не было. Так, Саша, ты за нее отвечаешь. И это говорю на полном серьезе. И если окажется так, что вы сейчас пойдете гулять, я вас обоих поведу к Ольге Дмитриевне. Все, я обещаю, что мы займемся делом, честно пионерская. Посмотрев нам в глаза, последний раз, как будто пытаясь видеть в них ложь, она все-таки успокоилась и пошла в библиотеку одна. Ну и ну, это что, я тебе еще и спасибо сказать должна? Если хочешь, если очень хочешь. Считай, что уже поблагодарила. Ну и что дальше? Смал гадай, в музыкальный клуб пошли. То есть ты реально хочешь стать не работать? Конечно нет, по дороге все объясню. Надо хотя бы сделать вид, что мы ушли. После этого мы неспешным шагом потопали в сторону обители Маши. Идти до живого сектора, который ведет к музыкальному клубу, было недолго. Минут 5, если не меньше. За все то время, пока мы шли, ни Алиса, ни я не проронили ни единого слова. Шагая спереди, я обдумал план действий, а Алиса плевать за мной. Наконец решил нарушить молчание. В общем, сейчас ты пойдешь к Маше и расскажешь ей все, что сегодня произошло. Почему идти должна только я? Потому что мне дела. Я дал кое-кому обещание, и мне нельзя опаздывать. Алиса немного насупилась, явно показывая, что такой расклад ей не по душе. Если Маша там не будет. Будет, она еще только на обед собирается. То я как раз понимаешь и скажу, что нам с тобой нужно прикрытие, если Сая вдруг спросит. Ты же помнишь, о чем я говорил? Гардероб, уборка. Да помню я. Идти мне к ней не особо хочется. Удивительно, как Алиса меняется, когда ей не пытается делать вид, что ей на всех плевать. Если ты боишься, что Маша злится, то все нормально. Она ведь не запамятная. А я не боюсь. Как скажешь, я просто предупредил. Нам уже пора было расходиться, поэтому я должен был задать самый главный вопрос, ради которого я взялся в эту заварушку. Слушай, Алиса, я хотел кое-что узнать. Да? И что же? Алиса сразу же улыбнулась. Ей явно нравится, когда она становится ведущей в диалоге, а не ведомой. Но даже на ее поле боя я должен был выстоять, иначе все труды были бы напрасны. Хотя я и был готов к тому, что она просто уйдет, лишь услышав мой вопрос. Ульяна рассказала мне одну историю о том, как вы собирались проникнуть в столовую одним поздним вечером, но ты не пришла. Ты думаешь, это правда? Конечно, уж слишком искренний был ее рассказ. А я могу понять, что врет она или говорит правду. Значит, это моя плата за то, что ты укрыл меня от Сани. Может, оно и так. Но мне важнее узнать, что все-таки случилось в тот день. И как только ты узнаешь, сразу побежишь к Ульяне. Будет глупо, не обдумав рассказывать ей всю правду. Я могу сказать, что случилось, но мне кажется, что ты все переврешь, и Ульяна еще сильнее обозрится на меня. Алиса, поверь, у меня нет цели страдать у вас с Алисой. Ты сам наоборот, я хочу помочь. Ладно, я расскажу, но запомни, что мне не нужны твои комментарии. И лишние вопросы задавать не надо. Без проблем. Ну, по мнению Ульяны, я решила над ней подшутить, поэтому я и не пришла в этот вечер. А это совершенно не так. У меня были свои дела, о которых Ульяна знала. Но она вместо того, чтобы слушать, только и делала, что говорила о своем плане. И я думала, что она поняла меня, но оказалось так, что по итогу я стал виновной. Виновной в том, что запланила прогулку. Я хотел задать пару уточняющих вопросов, но мы с Алисой договорились, что я не буду ее перебивать. После этого она и обиделась на меня. Вот и вся история. Спасибо, что хотя бы рассказала. Теперь я как минимум могу оценить конфликт с обоих сторон. И что будешь делать дальше? Ничего не знаю. Подумаю об этом позднее. Наверное, поговорю с Ульяной и узнаю ее точку зрения. Ну-ну, будто она тебе правду скажет. Опять начнет затирать, что я во всем виновата. Ладно, пойду я. У тебя же там свои дела. Я посмотрел на часы. И ведь действительно, я потратил немало времени на эти разговоры. Ульяна, наверное, уже ждет меня. Да, мне пора идти. Удачи тебе. Я развернулся и пошел в обратном направлении. Но, сделав всего пару шагов, я услышал, что Алиса хочет мне что-то сказать. И, кстати, я надеюсь, ты не сердишься за вчерашнее? Этот вопрос заставил меня улыбнуться. В один момент мне даже показалось, будто мы и вовсе стали друзьями. Друзьями, которые могут поссориться на один день, а уже завтра помириться.
хоть между нами пролегала большая пропасть, я был рад, что мы хотя бы не остались врагами. Конечно нет. Уж спроси этого Маши, она точно обрадуется. Алиса ничего не менее ответив, лишь улыбнулась, а потом, развернувшись, пошла в музыкальный клуб. Оставшись один, я быстрым шагом направился обратно к столовой, чтобы не раздражать Ульяну. После сегодняшней игры она явно была не в лучшем состоянии. Давайте на этом лучше остановимся, будем в поиске этих записок, будем делать на следующих видео и на трансляции. Так что всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, с вами Сайя Варин, и это бесконечное лето, мод под названием «Последнее мгновение».